специальное предложение только сегодняшнего дня. Это номер один продукт из Японии. Препарат, который называется плазмалоген, который знают те, кто заказывал его для своих родных и близких, кто уже получил стойкий результат. Если вы можете поставить чайник в холодильник, добавить соль в кофе, положить кошелек в шкаф с посудой, забыть выключить газовую плиту, когда уходите из дома, выйти из дома и так и не застегнуть молнию на одежде, запутаться в именах, датах, оставить документы в автобусе, перепутать карточку от магазина с банковской или вовсе потеряться по дороге домой. Вы это можете, если у вас нарушена работа сосудов головного мозга. Это следствие недостатка соединения под названием плазмалоген. Более 25 лет разработок и исследований. Сегодня наш телеканал с гордостью представляет уникальный препарат из Японии. Препарат, который поможет сохранить, восстановить нормальную работу головного мозга, который вы потеряли с возрастом или травмами. Полностью натуральный состав. Новейшие разработки в этой области позволяют с гордостью утверждать, что это лучшее средство для нормализации мозговой активности человека. Сделано в Японии. Привезена ограниченная партия из Японии, которая сегодня представляет для вас эксперт компании «Технологии будущего», руководитель департамента по разработке инновационных медицинских продуктов Вера Серебровская. Вера, добрый день, спасибо огромное, что сегодня ты с нами. Расскажи, пожалуйста, собственно, что такое плазмалоген? Доброе утро, уважаемые телезрители. Приветствую тебя, Арина. Вот все, что ты перечислила, это такие типичные проявления старения мозга, которые со временем только усугубляются. Вот раньше эти процессы считались необратимыми, но сегодня действительно, как ты правильно сказала, у нас есть уникальный, инновационный, запатентованный, не имеющий аналогов в мире препарат, который в прямом смысле способен подарить вторую молодость и здоровье нашему мозгу. Это настоящее японское чудо Brain Therapy плазмалоген, предназначен для борьбы со старением мозга, с проявлениями возрастных изменений мозга и с возрастными патологиями, которые считаются до сих пор во всем мире неизлечимыми. Это разного рода деменции, болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Ученые всего мира сходятся во мнении, что процессы старения мозга и патологические процессы, которые приводят в итоге к старческому слабоумию, происходят на фоне дефицита плазмалогена. И только один человек в мире, это почетный профессор университета Кюсюта Кихико Фуджина, в результате многолетних исследований и клинических испытаний нашел, как экстрагировать плазмалоген, идентичный человеческому, из японского глубоководного моллюска азума пектинида. Плазмалоген – это ключевой компонент нашего мозга. Он регулирует все процессы, которые в нем происходят. Он защищает клетки мозга от окисления, нейронную сеть от разрушения и накопления вредоносных белков, которые и являются причиной старческого слабоумия. И что очень важно, он способствует рождению новых, молодых клеток головного мозга. И это действительно настоящее чудо, потому что раньше считалось, что клетки головного мозга не восстанавливаются. Поэтому, если вы хотите помочь своим близким, которые страдают деменцией, Альцгеймером, Паркинсоном, если вы хотите защитить себя от этих грозных заболеваний в будущем и уже сегодня избавиться от негативных проявлений старения мозга. Это нарушение когнитивных функций, памяти, внимания, реакции, мышления, нарушение двигательной активности, мелкой моторики, нарушение сна, головных болей, бессонницы, тревожности, депрессии, плаксивости, восстановиться после инсульта, инфаркта, черепно-мозговой травмы, тяжелого ковида, наркоза, приема многочисленных лекарственных препаратов. Если у вас плохая наследственность, то есть кто-то в роду страдал деменцией, ну или просто вы молодой человек и много работаете интенсивно и хотите вернуть молодость и здоровье своему мозгу, то Brain Therapy плазмалоген – это то, что вам жизненно необходимо. Вера, подскажи, пожалуйста, как правильно принимать плазмалоген? Плазмалоген принимать очень просто. Мы принимаем одну капсулу утром, одну капсулу вечером, запивая полстакана воды. Ну и вот молодым людям, тем, кому около там, 40 лет, я рекомендую пропить, ну, хотя бы попробовать один курс. Почему? Потому что как раз вот за этот месяц восстанавливается работа клеток головного мозга, восстанавливаются связи между клетками головного мозга. И вот молодым людям один курс, вот на пробу, конечно, необходимо, то есть для пополнения запасов плазмалогена в организме, тем, кто уже постарше, двойной курс, но у кого заметны уже признаки деменции, то вот тройной курс, тем более по такой цене, я настоятельно рекомендую. Именно поэтому вот
то, что сегодня говорит Вера. Именно поэтому сегодня у нас беспрецедентная скидка. Серьезно, наши постоянные телезрители уже сейчас набирают наш телефон, звонят, потому что у нас с вами сегодня беспрецедентная цена. 17 999 рублей. Раньше цена была 25 тысяч рублей. Цена была всегда неизменная. Мы знаем, что это больших трудов стоит доставка из Японии плазмологена. Звоните и заказывайте. Для всех действует бесплатная доставка. Возможность оплатить заказ долями без комиссии в 4 равных платежа и 10% скидка при оплате заказа сразу картой, а это еще почти 2000 рублей. Звоните прямо сейчас, потому что весна – это время обострений, время, когда наш с вами организм страдает от этой перестройки. И, конечно, сегодня мы ответим на все вопросы. Звоните, кстати, нам в прямой эфир, задавайте вопросы. Вер, вообще вот почему и как стареет наш мозг? Сейчас я отвечу. Ты правильно сказала про сезонное расстройство. Я даже отмечу, что это называется сезонное аффективное расстройство, поэтому именно весной необходимо пропить курс плазмологена для того, чтобы вот сохранить свой мозг, который, как он работает. Это такой гигантский суперкомпьютер, который управляет всеми процессами жизнедеятельности, и в том числе и нашим зрением, и нашим слухом, и всеми нашими действиями, и нашим поведением, и нашим настроением. Это 100 миллиардов нейронов, которые каждый с другим связаны 10 тысячами связей с другими нейронами. И с гигантской скоростью до 400 км в секунду там проходят постоянные электрохимические сигналы. Для большей наглядности давайте представим такую новогоднюю гирлянду, которая сияет и переливается яркими лампочками. Но со временем, если за этой гирляндой не ухаживать, то лампочки лопаются, покрываются пылью, грязью, проводки рвутся, происходит перепад напряжения в сети, отключаются, например, как вот при инсульте, целые там участки этой гирлянды, и постепенно она вот с такой яркой, сияющей превращается в тусклый ночник. То есть вот то же самое происходит в нашем мозге, если в нем не хватает ключевого компонента плазмологена. Но, к сожалению, после 30 лет вот тот самый плазмологен, который у нас должен вырабатываться, он вырабатывается в нашем организме в норме до 30 лет, постепенно его концентрация снижается, и вот так постепенно начинает стареть наш мозг, но это еще в лучшем случае, а в худшем в нем начинаются вот эти патологические процессы, которые и приводят к старческой деменции. То есть плазмологен есть в каждом организме, если мы молодые, у нас все работает очень быстро, как у нас часы, много плазмологена, но с возрастом его перестает хватать. И поэтому, пожалуйста, если особенно есть наследственность, если есть хронические заболевания, если у вас сейчас уже первые звоночки, вы забыли, зачем пришли в комнату, вы забыли, зачем пришли в магазин, так и не купили то, что нужно, и вернулись домой. Сегодня уникальная цена. Единственное появление по цене 17 999 рублей. Звоните.